Алексей Николаевич Косыгин в качестве председателя Совета министров СССР был последним из высших руководителей Советского Союза, который встретился с Мао Цзэдуном и который имел переговоры с голосом Мао Цзэдуна, то есть с Чжоу Энлаем. Вот что происходило. Как это было? Произошло это в феврале 1965 года в Пекине. Холодное время года, зима в Пекине. Вот. И к вечеру туда прилетел Алексей Николаевич, он был там проездом из Вьетнама. Его встретил Чжоу Энлай и отвезли его и всю делегацию, естественно, в резиденцию для гостей. Когда привезли, то устроили ужин. На этом ужине подавали любимые блюда Мао Цзэдуна. То есть сразу, чтобы почувствовали, в какую страну вы прилетели. И вдруг пришло сообщение, что Чжоу Энлай, собеседник Косыгина, если говорить, он тоже был главой правительства тогда в Китае, хочет поговорить. И вот где-то около 12 часов, по-моему, уже ночью это фактически было, пошли в комнату для переговоров, и состоялись такие ночные переговоры с Чжоу Энлаем. Здесь уж попутно нужно сказать, что делегация Косыгина была чрезвычайно, по-моему, важной. Потому что в этой делегации был Юрий Владимирович Андропов и был Василий Васильевич Кузнецов, а утром посыльные с китайской стороны прибежали и говорят, вот председатель Мао хочет встретиться с Алексеем Николаевичем Косыгиным. Алексей Николаевич сказал «да», конечно. Когда Алексей Николаевич согласился, то тогда китайская сторона через некоторое время сказала, вы знаете, вот у председателя Мао есть одно пожелание. Он хочет, чтобы с Алексеем Николаевичем приехали все те люди, которые прилетели с Алексеем Николаевичем из Вьетнама. Алексей Николаевич сказал, что мы сами определим, кто поедет навстречу. А далее китайцы задумались, забегали. Они перед Мао Цзэдуном бегали так на задних лапках. Но он же сказал слово, он же хочет, это же его пожелание. Забегали, забегали, потом прибежали и говорят, знаете, председатель Мао только пожмет руки всем и сфотографируется. А беседа будет вот с Алексеем Николаевичем и делегацией. Алексей Николаевич сказал, я буду сам определять, кто поедет на эту встречу. И после этого пауза была довольно длительной. У меня даже сложилось впечатление, что беседа не состоится. Но в конечном счете прибежали китайские связные, как это называется, и говорят, что председатель Мао ждет. Алексей Николаевич не взял ни помощников своих, не взял даже стенографисток. Никто эту беседу не записывал, я один там сидел. Сначала в холле поздоровались и сфотографировались, а после этого пошли из холла в зал, где проходила беседа. И вот когда пошли в зал, то Мао Цзэдун пошел один впереди. Не с Алексеем Николаевичем, а один впереди. Поведение Мао Цзэдуна по отношению к руководителям нашей страны, к Сталину, к Хрущеву, к Косыгину, было вызывающим с точки зрения этикета. Пришли, сели. Оказалось, что с нашей стороны-то вот эта делегация, а с китайской стороны фактически все политбюро. То есть эта встреча была специально организована Мао Цзэдуном, чтобы довести до сведения политбюро, как нужно относиться к нашему народу и нашей стране. Речь зашла о том, что надо бы прекратить то, что называлось полемикой между КПСС и Коммунистической партией Китая. Да?
И Косыгин говорил: давайте договоримся о прекращении полемики. Что сказал Мао Цзэдун? Вот ради вас, я согласен сократить время полемики с 10 тысяч лет до 9 тысяч лет. Это второй укол, что сделал Алексей Николаевич. Когда разговаривали о ситуации в мире, то он произнес такую фразу Мао Цзэдуну в глаза во время беседы: вашей борьбы против империализма не видно. Тогда произошел вот этот вот, так, может быть, можно сказать, уход Мао Цзэдуна в империи. Он замолчал, откинулся в кресле, курил, выпускал этот дым и молчал несколько минут. И все молчали. И беседа закончилась, попрощались, все культурно, вежливо. И Джон Лай не поехал с Косыгиным в посольство, хотя была договоренность, что теперь будет обед в посольстве. А Косыгин поехал один в посольство, но по дороге, там, значит, по дороге нужно проехать по главной торговой улице Пекина, Ван Фудзин называется. И вдруг Алексей Николаевич говорит: остановите машину, я хочу выйти. Остановили машину, он вышел и пошел по этой улице, чем привел в полный, так сказать, ужас китайскую охрану. А он просто хотел пройтись и своими глазами увидеть, что такое центральная торговая улица Пекина в то время.